Всем привет! Сегодня будем устанавливать программу SystemBug на Linux Mint Cinnamon 18. Что для этого потребуется? Ну, первое, откроем наш файлик с командами и терминал. Есть такая вот рекомендация поставить пакет liftboot. Затем, значит, полностью удалить Casper. Затем ставим SystemBug. Теперь зайдем на всякий случай, перепроверимся вот сюда, на Synaptic. Еще раз проверим. Casper. Вот, он должен быть полностью удален. Вот здесь он готов для полной установки. Раз, и лупин тоже полностью удален. То есть вот такую вот операцию нужно провести для установки SystemBug на Linux Mint Cinnamon 18. Запускаем SystemBug. Убираем все ненужное и запускаем создание живого образа. Так, процесс создания образа закончился. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Подключаем новый образ. И запускаем. Образ грузится долго. Несколько минут. Оно грузится. Практически, ну, о чем это может говорить? Что если образ загрузился, то он был сделан правильно. И если после всего этого вы образ списали на флешку, а она не загружается, то это может быть только по нескольким причинам. Причина номер один. Флешка сама по себе просто старая, негодная и так далее. Дальше. Программа для записи на флешку была выбрана неправильно. Ну и третья наиболее частая причина, это когда
Компьютер не может стартовать с флешки. Это надо покопаться в биосе и позволить компьютеру стартовать с флешки. Если вы на вашем компьютере стартовали с флешки какие-нибудь там операционные системы и знаете, что они загружаются нормально, то в принципе эту причину можно исключить. Вот таким вот образом. Но так, в принципе, ставится, как говорится, SystemBug на удивление нормально, без всякого Каспера, Маспера. Просто-напросто вот таким вот установкой дополнительного пакета. Ну ладно, я вам желаю всего самого доброго, всяческих успехов и удач. До скорых встреч!